Всем приветики. У моего телефона не горит экран, но при этом он работает. И я нашел, как сделать так, чтобы с нерабочим экраном с помощью него записывать видосики. Потому что мне надо сделать, ну, как бы, например, обзор на этот телефон, на новый. И, соответственно, мне надо его чем-то снимать. И вот выход. Но как это сделать? Подключаем телефон к компьютеру. Включаем отладку и видим то, что делается на экране. И, собственно, когда садимся записывать, берем Bluetooth пультик, нажимаем на нем кнопочку, и начинается запись. И это очень удобно. То есть вот я нажимаю кнопочку, и там пошла запись. То есть я сажусь, ложу что-то сюда, сажусь к экрану, смотрю туда, что оно лежит примерно так, как надо. Нажимаю на пультике «Запись» и начинаю примерно, ну, представляя, где оно находится в кадре, особо не сильно двигая, что-то вот говорить. Потому что, ну, когда я говорю, я уже, естественно, не отворачиваюсь, потому что это и слышно будет, и уйдет голос, вот, поэтому просто сижу так и просто говорю, если небольшой такой обзорчик, просто чтобы повертеть, так что такой вот выход пока что нашел, но все равно надо его ремонтировать и полноценно как бы нажимать на экран, потому что, ну, это, конечно, не очень, но как такой быстрый выход из положения вполне себе нормально, вот, так что вот как вариант. Отладка. Для чего нужна отладка на телефоне? Чтобы управлять им. Так что такой вот нашел выход из положения. Ну а на этом все. Всем покедова.